Бальзам для губ от Atomy. Бальзам для губ в своем составе содержит масло ши, оливы, масло розы и авокадо. Лечебная гигиеническая помада от Atomy имеет особую универсальную формулу, которая содержит комплекс натуральных масел, препятствует появлению сухости и шелушению кожи, укрепляет защитный барьер нежной кожи, восстанавливает питательный запас веществ, разглаживает, регенерирует, передает эластичность и упругость кожи ваших губ. Обязательно попробуйте, особенно необходим в зимнее время года. Блеск для губ Atomy Lip Glow на 50% состоит из питательных и увлажняющих эссенций, придает губам живой розовый оттенок и легкий ванильный аромат. Помимо декоративной и увлажняющей функции, также обладает солнцезащитными свойствами SPF 15, что очень необходимо для губ, поскольку они очень чувствительны к ультрафиолету. И если их не защищать, со временем тускнеют, становятся сухими, покрываются морщинками и теряют форму. Блеск для губ Atomy Lip Glow поможет сберечь ваши губы. Для блеска основным компонентом является масло. Atomy бальзам блеск для губ содержит масло розы, жожоба и шиповника. Блеск для губ придает естественный розовый оттенок, омолаживает, повышает эластичность и упругость кожи, придает ровный красивый цвет. Доступен к заказу с нашего сайта, с российского сайта. Обязательно попробуй. Гель для интимной гигиены Atomy Eidem Cleanser. Это универсальный гель, предназначенный для ухода за интимными зонами, подходит как для женщин, так и для мужчин. Мягкая текстура средства, экстракты природных трав позволяют заботиться о нежной и чувствительной коже. Деликатная консистенция геля эффективно очищает, при этом не сушит кожу, поддерживая pH-баланс. Специальный травяной комплекс обладает антибактериальным действием, поддерживает флору в оптимальном состоянии. Отсутствие искусственных ингредиентов – это гарантия отсутствия зуда и раздражения на коже. Средство хорошо наносится. Небольшое количество геля вполне достаточно для эффективного результата. Приятный тонкий аромат обеспечит ощущение свежести и комфорта на весь день. Atomy Sunscreen – это солнцезащитный крем, который эффективно защитит вашу кожу от вредного ультрафиолетового излучения, сделает ее гладкой и здоровой. Крем широкого спектра действия защитит ваше лицо, шею и зону декольте в жаркую солнечную погоду. Atomy Sunscreen – это надежная защита от ультрафиолета. Это нежная текстура, которая обеспечивает равномерное нанесение на кожу. Крем устойчив к кожным выделениям и поту. Мягкая консистенция на основе органических компонентов. Уникальная технология равномерного распределения обеспечивает необходимую защиту кожи, не оставляет ощущения липкости, быстро впитывается, увлажняет и выравнивает структуру кожи, делая ее более гладкой с красивым блеском. В результате кожа прекрасно защищенная, увлажненная и ухоженная. Крем состоит исключительно из натуральных ингредиентов, подходит для всех типов кожи. Крем влагоустойчив, не растекается, хорошо впитывается, не скатывается, не течет в жару, устойчив к поту, не забивает поры, как база под макияж, тоже отлично подойдет. Есть два вида – с тоном бежевый и без тона белый. В чем разница? Белый крем более плотный, его следует наносить, когда вы собираетесь долго находиться на солнце, на прогулку или на пляж. Он не течет, даже если лицо очень сильно потеет. Для жирной комбинированной кожи идеальный. А бежевый хорош для повседневного применения. Легче наносится, не жирнит кожу. Подойдет и для нормальной, и для сухой кожи. Они оба полностью впитываются и не выбеливают кожу. Как же его применять? Крем следует наносить на лицо, шею и руки за 30 минут до выхода на улицу. При воздействии солнечного света в течение длительного времени применять каждые 2-3 часа. Обязательно попробуйте. Добрый день, меня зовут Наталья Козина. Сегодня я вам расскажу про масло для волос Atomy. Масло обладает очень легкой и мягкой структурой. В его основе лежит комплекс из 6 масел.
питающих, увлажняющих волосы. Идеально подойдет для сухих и ломких волос. Каким образом мы его применяем? После мытья волосы очень хорошо отжимаем полотенцем. Потом на ладошку выдавливаем масло, небольшое количество, и наносим на волосы, втирая в сами волосы, и особенно уделяем внимание кончикам волос. Для придания волосам гладкости и естественного блеска масло можно наносить также на хорошо высушенные волосы. В составе органовое масло, масло жужуба, масло авокадо, масло камелии, масло макадамии и масло виноградной косточки. Вы знаете, что каждое из этих масел просто входит в топ уходовых масел. А когда они собраны в такой шикарный набор, то невозможно отказать себе в применении. Я уже пользуюсь маслом больше полугода. Ушло половина. То есть буквально по капельке каждое утро наносим на волосы. Потрясающий аромат, ощущение мягкости, комфортные. Они совсем по-другому лежат. Очень послушные, очень такие степенные получаются волосы. Так что пользуйтесь. Еще я вам хочу рассказать про тоник для волос. Это спрей от выпадения. И для роста новых волос. Ежедневная обработка кожи головы тоником придает защиту и сохраняет ее в чистоте. Действие тоника предотвращает выпадение и стимулирует рост новых волос. Тоник помогает удалить отходы в порах и сбалансированно лечит волосы, поддерживая их здоровье. Декспантенол, салициловая кислота и ментол обеспечивают бережный уход за кожей головы. В составе декспантенол, салициловая кислота, экстракт дудника, жгун корень, спаржа, сверция псевдокитайская, ясенец мохнатно-плодный, корень коры шелковицы белой, эвклипт простертый, экстракт хризантемы и экстракт горца. Тоник предотвращает выпадение и увеличивает густоту волос. Каким образом мы его используем? То есть после мытья головы, волос, мы наносим, его обязательно очень хорошо встряхиваем и наносим на кожу головы. Затем очень тщательно массируем кожу головы для впитывания. Очень хороший результат. Очень хорошо волосы укладываются, лежат после этого тоника. Так что рекомендую. У него аромат присутствует сельдерей. Аромат сельдерея. Он очень быстро выветривается. Так что рекомендую, пользуйтесь, чтобы иметь хорошие густые волосы. Будьте здоровы, будьте довольны собой. Набор Scalp Care. Это шампунь и кондиционер для чувствительной кожи головы. Шампунь содержит 500 мл. В нем находится 28 уникальных ингредиентов. Экстракт семян нима – один из них. Он очень широко используется в аюрведических практиках для очистки крови. Паста с маслом нима отлично лечит кожные заболевания, раны, ожоги. Также она может являться противоядием при укусах насекомых и земноводных. В составе шампуня экстракт нима помогает в борьбе с перхотью, сухостью кожи или повышенной секрецией кожного жира, а также избавляет от проявления псориаза на волосистой части головы. Еще один редкий ингредиент – это бабышек акай. Этим средством издревле пользовались индийские женщины для очищения кожи лица и головы. В результате их волосы становились гладкими, шелковистыми,
а кожа здоровой и красивой. Шампунь для чувствительной кожи головы Атоми также содержит экстракты цветка арники, витамины группы Е, Д, С, А, К. Средство прекрасно укрепляет волосы, восстанавливает их структуру и предотвращает их ломкость. Шампунь стимулирует кровообращение в фолликулах кожи головы, предупреждает выпадение волос и провоцирует рост новых волос. После того, как помыли шампунем, мы наносим кондиционер. Кондиционер Scalp Care для чувствительной кожи головы. В нем находится 500 мл, так же, как и в шампуне. После применения кондиционера волосы приобретают здоровый вид, становятся более послушными и шелковистыми. Также благодаря кондиционеру предотвращается появление секущихся кончиков волос. Питание и восстановление баланса кожи головы происходит с помощью питательной смеси из хны, авокадо и биотина. Наносим кондиционер на помытые волосы, массируем и смываем. Будьте довольны и здоровы! Король трав. Сокровище Востока. Повышение иммунитета. Повышение выносливости. Улучшение кровообращения. Улучшение памяти. Антиокислительная функция. Такое воздействие корейский красный женьшень оказывает на организм человека. Лучший в мире красный женьшень растет в Корее, обладающий самым благоприятным климатом. Запатентованная технология, исключающая добавки. 100% чистый красный женьшень. Атоми Хонсамдан. Добрый день! Сегодня будет обзор о знаменитом корейском женьшене. Продуктов из женьшеня в Атоми 2. Это Атоми Хонсамдан и женьшень желе. Атоми Хонсамдан. В составе 100% четырехлетний красный женьшень. Набор содержит две цилиндрические коробочки, в каждой коробочке 30 стиков по 1 грамму. В одном пакетике 20 мг гензинозидов. Продукт представляет из себя круглый гранул, который легко растворяется в воде, вне зависимости от температуры. Принимает по 1 пакетику в день. Корейский женьшень – уникальное по своей исторической значимости и целебным свойствам растения. Именно он считается истинным женьшенем, так как растет в идеальном для гармоничного развития климате с ярко выраженными четырьмя временами года. Его активный период составляет около 6 месяцев в году, что значительно больше, чем у американского и китайского женьшеня. До конца 20 века в Корее действовала государственная монополия на экспорт женьшеня. Однако и сейчас, когда она отменена, производство строго контролируется. Именно поэтому корейские продукты женьшеня всегда очень качественные. Когда технология достигла достаточного развития, ученые сразу же попытались выяснить, что же делает женьшень таким полезным. Они сумели выделить совершенно особые вещества – сапонины, по виду напоминающие мыльную пену. В корне знаменитого растения содержится несколько десятков видов сапонинов. Именно поэтому его свойства так разнообразны. Красный женьшень – это корень женьшеня, обработанный паром и высушенный. После такой обработки в продукте увеличивается количество активных компонентов, а количество побочных эффектов сводится к минимуму. Кроме того, красный женьшень имеет более долгий срок хранения – до 10 лет. Женьшень может похвастаться наличием в своем составе витаминов С и витаминов группы В, множество аминокислот, а также калия, фосфора, цинка, железа и магния. Конечно же, легендарный женьшень ценят не просто так, а за колоссальную пользу для здоровья. Корень жизни получил свое название не напрасно. Два основных его компонента – сапонины RG1 и RB – отвечают именно за жизненные показатели. RG1 – это концентрированная бодрость.
Именно благодаря ему женьшень так хорошо борется с хронической усталостью и повышает работоспособность. Организм как будто наполняется энергией и становится более выносливым и в психическом, и в физическом плане. Сапонины РБ оказывают противоположное действие. Он позволяет организму расслабиться, поэтому женьшень помогает избавиться от стрессов, снимает умственное и физическое напряжение. В целом же, из-за своего богатого состава, женьшень имеет очень широкий диапазон свойств. Он укрепляет мышцы, увеличивает их силу и влияет на физическую активность. Женьшень улучшает кровообращение, поэтому после его употребления может появиться ощущение жара. На самом деле температуру он не повышает, просто кровь во всем теле начинает лучше циркулировать. Употребление целебного корня препятствует обезвоживанию, что является основной из причин азиатского долголетия. Также женьшень укрепляет легкие, селезенку и желудок. Он помогает при вирусных заболеваниях, многократно усиливая иммунитет. А свойство растения выводить токсины крайне полезно при отравлениях. Употреблять женьшень особенно рекомендуется людям преклонного возраста, а также истощенным и ослабленным. Именно в этих случаях его благотворное лечебное воздействие будет особенно наглядным. Однако для всех остальных женьшень будет не менее полезен. К примеру, давая его детям, можно предотвратить проблемы в развитии, повысить мозговую активность и увеличить физическую выносливость. Однако не стоит забывать, что суточная норма женьшеня для детей ниже, чем для взрослых. Отношение к корейскому женьшеню совершенно особенное, чрезвычайно почтительное. Даже латинское название означает «излечивающее все». И действительно, если и существует легендарное лекарство от всех болезней, то это корейский женьшень. Но Атоми не останавливается на месте, и он все время усовершенствует свои продукты, и пример этому – женьшень-желе. Он выпускается в цилиндрической коробочке по 30 стиков, в одном пакетике также 20 мг гензинозидов, принимает по одному пакетику в день. Женьшень-желе – это уникальный продукт, в составе которого концентрат красного женьшеня, экстракт ягод женьшеня, экстракт солодки, экстракт стевии, карагенат, экстракт ягод годжи и олисахарид. Вкус мягкого красного женьшеня будет приятен даже детям, поскольку классический хонсамдан в граммулах имеет горьковатый вкус. Не содержит сахара, в составе олисахарид. Это природный заменитель сахара, содержащийся в фруктах и овощах. В качестве загустителя – карагенат, который получает путем выделения из водорослей. Карагенат имеет антивирусную и антираковую активность и способствует выводу тяжелых металлов из организма. Благодаря своим свойствам карагенаны используются в диетических продуктах и в детском питании. Женьшень-желе также способствует повышению иммунитета, ингибирует агрегацию тромбоцитов, помогает в период усталости, улучшает память. Продукт можно применять детям и пожилым людям. Продукт удобен в употреблении, его можно принимать в путешествиях, на прогулках в удобное для вас время. Противопоказан во время беременности, в период лактации, при аллергических реакциях на компоненты продукта. При хронических болезнях препарат принимать после консультации с врачом. С вами была мастер продаж команды Балхай Татьяна. Надеюсь, вам обзор был полезен. Желаем вам здоровья и до новых встреч!